еще такое? Всем привет, с вами Серега, и это новая рубрика или шоу «Упало с неба». Ну а сегодня нам упало с сайта surprizator.ru. Вот такой вот сверточек. Я понятия не имею, что там, но там находятся три упаковочки с различными сюрпризами. Выбирайте любую категорию, выбирайте любую сумму, и вам отправляют подарок. Ну а вся фишка в том, что вы понятия не имеете, что придет вам или вашим друзьям. В этом-то весь и прикол. Ну что ж, давайте откроем нашу упаковочку и будем распаковывать наши сюрпризы. Ну и сейчас мы их откроем. Что же у нас тут имеется? У нас имеется вот такая вот упаковочка от сайта Surprizator на сумму в 1500. Вот такая вот интересная штука на сумму в 500 рублей. И маленькая коробочка на сумму тоже в 500 рублей. Так, ну с чего же нам начать? Давайте начнем, наверное, с маленькой упаковочки, а самую большую оставим на потом. Что же здесь может быть, я вот вообще даже понятия не имею. Давайте откроем, посмотрим. Разрезаем ниточку. Блин, мне тоже очень интересно. Так, ну что-то вообще непонятно. Абсолютно такая же коробочка, так что пока неизвестно. Да и сейчас тоже, в принципе, как-то тоже не особо понятно. Просто какая-то картонная коробка. Интересно, интересно. Так, как она тут открывается-то? А, вот. Давайте открываем. Ага. И какая-то овальная синяя штука. Естественный усилитель звука для айфона. Интересно. А, видимо, вся суть в том, что вот сюда ты вставляешь телефон, звук идет из динамика, а вот здесь вот создается акустика, и за счет этого увеличивается звук. Ну, для моего андроида это, конечно, вряд ли подойдет. Да, для моего телефона это, конечно, не подойдет. Но довольно интересная штука. Ну что ж, давайте откроем второй маленький бокс. Вот такая вот у нас тоже упаковочка непонятная. Какая-то странная баночка. Что ж, давайте откроем ее. Ого! Здесь у нас просто куча различных вкусняшек. Вот такие вот палочки. Давайте попробуем. Довольно неплохо, кстати. Что-то у нас еще ягодки. Драже по типу M&M.
и вот такой вот глаз. Ну, вкусняшки, это, конечно, всегда здорово. Так, и у нас осталась последняя упаковочка, такая вот большая. Что ж там интересно может быть? Что-то пока вообще непонятно. Эксперимент. Что-то связанное с экспериментами. Да ладно. Не может быть. Неужели это приставка? Да ладно, вообще, смотрите, ребята, это реально приставка. Я вообще в шоке. Приставка от фирмы Den на 4 гигабайта. Давайте откроем, попробуем, конечно. Вот так вот выглядит приставка. С веселым смайликом и даже с фотокамеры на 5 мегапикселей, но это вообще круто. Так, что-то у нас входит в комплект переходники различные, USB переходник, наушники, ну и, конечно, сама зарядка. Так, давайте все же попробуем включить ее. Так, где тут у нас... Нажимаем. О, приставочка загружается. Вот такая у нас приставочка. Давайте также попробуем в что-нибудь сыграть. Игры. Пусть самая первая будет. А, это типа как в Тетрисе, ставить блоки. Ага. То есть, да, вот мы перемещаем тут все. Ностальгия прям. Вот такие вот у нас сегодня были сюрпризы. Если вам понравилось видео и вы хотите продолжения, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Серега Отвертка. Всем пока!